Вернемся в нашу страну. Фельдшер скорой помощи погибла в ДТП в Кустанайской области. Медсестра Джангельдинской районной больницы скончалась на месте аварии. Виновником трагедии оказался пьяный водитель. Он выскочил на трассу с полевой дороги. А в Павлодаре из-под завалов спасли мужчину. Несчастный случай произошел во время прокладки траншеи. Об этих и других происшествиях в нашей хронике происшествий. Фельдшер скорой помощи погибла в ДТП в Кустанайской области. Авария случилась на трассе Аркалык-Торгай. Спецтранспорт столкнулся с Нивой, которая выехала со второстепенной дороги на главную. Водитель медицинского УАЗа получил множественные ссадины. Фельдшера спасти не удалось. Начато досудебное расследование. Экспертиза установлена, что водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину засыпало землей в Павлодаре. Случилось это во время прокладки траншеи в частном секторе. Выбраться самостоятельно из-под завала сотрудник, работавший на объекте, не смог. Откопали мужчину спасатели. Пострадавшего передали медикам. КамАЗ сорвался с моста в Жесказгане. Водитель с травмами доставлен в больницу. Переправа, с которой упал грузовик, ведет в сторону медиплавильного завода. Происшествие зарегистрировано в полиции. Назначены экспертизы. По их итогам примут процессуальное решение. Пожар на складе строительных материалов тушили в Шымкенте. Часть помещений горела открытым огнем, другая сильно дымилась. Чтобы пролить отдельные склады, пожарным расчетам пришлось разбирать кирпичные стены. Пострадавших нет. Внутри отсеков хранились древесно-стружечные плиты. Материальный ущерб подсчитывается.